Хей, йоги, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру под названием Head in Time. Окей, у нас осталось еще две горы, это с водопадами и с лавой. Давайте отправимся в лавовый, так сказать, водопад. Поэтому поехали. Окей, шипящая лава. Ага, здравствуйте, мистер Паук. Сразу типа скример, да? Знать, тут жара, но еще жарче справа. А слева у нас тогда что? Откуда это я бы сюда пришел? Мистическая меза. Эй, эта дорога не ведет к вершине. Плевать. О, вот это вот плохо. Значит, там впереди статуи, которые будут меня атаковать. Вчера не понял. А теперь я понял. Да. Добро. Нельзя забывать, что здесь что-то будет опасное. Вопрос для чего? Туда я и так могу долететь. В смысле, хотите сказать, я тогда не успевал?
Что за бред? Я что тогда, что и сейчас успеваю? Фу. Напердел, невкусно. Так, чувствую, скоро будет что-то опасное. Пошел вон. Сраный енот. Короче, главное успевать. Окей, плюс монета. Только проблема в том, что это немножечко другая дорога. Где меня предупреждают. Осторожно, осторожно. Что? Почему она мигает? И мне все равно говорят, осторожно, там будет пиздец. Так, я, в принципе, в гонках могу участвовать. Пойди, да. Блин, я не знаю, закончить... Этот кусок и... Хотя еще дойти до нужного этого куска. Так, а то не фиолетовый участок, то красный участок. Здесь.
Так, знатная тут жара, особенно справа. В той стороне лавовый рог. Рот. Торт. Да, торт. Ну, мы поедем тогда за тортом лавовым. Янтарная вершина. Сокровище одно. Почему у меня не фулл хп? А, точно, я шипал. А с другой стороны, я мог бы поджариться. Нифига, мне тут еще нужно будет, наверное, залезть как-то. Ау. Не заметил, что они так слишком близко друг около друга. Мне нужно наверх, сверху сюда и туда. Все увидел. Как? Откуда? Куда? Очень неплохо. Окей. Готово. Так. Ага. Мы едем к торту. Тут у меня 2 хп осталось. Здоровый лавовый тортик. Это и есть лавовый торт. 1, 2, 3, 4, 5. 5 слоев. Пип-пуп-пип-пуп.
Ну, полетели. Куда? А, ну... Что тут вообще произошло? Не знаю, но походу... Это будет довольно сложно для меня. Ну, не сказать, что совсем-совсем сложно. Если что, можно будет временную шляпу одеть. Привет. Это точно безопасное место для детей? Не знаю насчет безопасности. Но я уже на третьем пункте. Кажется, я приметил какое-то сокровище. Летим за сокровищем. Попадать в цель было бы отлично. А все монетам, одна монета. Ну, осталось еще два тортика. Найс. Я только заметил. Ладно, хорошо, что мне хотя бы сердечки пополнят. Либо нет. Ладно, хоть... Одно халявность. О, это нож. Ага. Отлично. Чекпоинт.
А, ладно, это немного легко. Пронесло. Не та шляпа. Неплохо. Мне кажется, они скоро в бешенстве будут. Так, у нас осталось только водопад. Но я такой, чтобы сходить на корабль. Да. И пойти в гоночку на первую голову. Я не знаю, почему, когда я возвращаюсь на корабль, мой FPS просто улетает. Поехали. Ага. Подожди, а могу ли я останавливать время и после чего бежать? Хотя я могу просто шапку одеть. Что я туплю? Вот и все. Почему она не работает? Заменяет вашу шапку мопедом. Нихуя не понимаю. Типа ты имеешь в виду просто только вот эту просто шапку ты меняешь мопедом. Ну так у меня шапка времени. А я гонку все равно пройти не могу.
вставать. А я ж забыл, я просто ж бежал, да? Но я даже не бежал, а просто... Просто. Блин, я почти успел. Все-таки можно, 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 можно успеть. Но здесь точность нужна. И особенно на последнем, там где спуск, нужно научиться скользить полностью. Я бы все равно не успел. Ох, ты ж ёмки. Главное, любое столкновение с врагом это тоже минус время. Get ready. Елки-палки. Я не знаю, как тут можно. По идее, я могу где-то за три активации остановки времени. То есть. Раз. Ну, два. Ну, давайте попробуем. Главное здесь не цепляться. Главное нормально стартануть. Ха-ха!
Get ready! Go! Почему я успел остановить время? Почему она не может, сука, останавливать время, когда летит? Ну уже хотя бы ладно, я немного понимаю, куда мне, в какую сторону двигаться. Get ready! Ой-ой-ой! Фу. Я еще просто тупанул, то что я время отключил раньше, чем оно должно было закончиться. Ладно, давайте тогда на этом заканчивать, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.